Строителей космодрома «Восточный» отправили в колонию. Руководители трех строительных компаний, участвовавших в возведении космодрома «Восточный», получили реальные сроки по делу о растратах. Суд приговорил их к лишению свободы в колонии общего режима на срок от 6.5 до 7.5 лет, сообщается на сайте Следственного комитета России. Начальнику компании «Спецстройсервис» Андрею Ярцеву дали 7 лет, генеральному директору стройконструкции Николаю Шкадину 6.5, а его заместителю Владимиру Денискину, которого признали организатором преступления, 7.5. По данным следствия, Ярцеву было выделено 250 миллионов рублей из бюджета на закупку металлоконструкций. В итоге его компания приобрела материалы у фирмы «Стройконструкция», юридически принадлежавшей Денискину и его партнеру Анатолию Рязанову, по искусственно завышенным ценам. Эти конструкции использовались для сооружения монтажно-испытательного комплекса, предназначенного для приема, обслуживания и предпусковой подготовки частей ракетоносителя. Восточный – первый гражданский космодром России. Он расположен в Амурской области. Его строительство началось в 2012 году и сопровождалось многочисленными скандалами. Они касались крупных хищений при строительстве и невыплаты зарплат рабочим. Больше важных новостей в телеграм-канале «Лента дня». Подписывайся, перейти в мою ленту. Новость размещена на сайте вседоски.ком. Это бесплатный сервис по массовому размещению объявлений на десятки досок объявлений. Как продать быстрее? Размести объявление сразу на все доски объявлений с помощью сервиса вседоски.ком.